И всем привет, дорогие друзья, с вами Робин Гуд, и сегодня я не один, со мной сегодня Илюха, поздоровайся. Всем привет. Да, я, конечно, маленько офигел, не делал 3 месяца видео, думаю, вы меня простите, но если нет, то мне пофиг. Так, сегодня, собственно, решил пооткрывать на таком сайте, это не относится к рубрике Лохпатруль, потому что я тут уже открывал, вот, собственно, что мне выпадало. Я вышел в ноль с того открытия, решил поэтому еще сегодня пооткрывать на этом сайте. Так, давайте сейчас откроем тайны и потом кейсики пооткрываем. Я, может, там еще долью потом. Пойдет. Пока что-то мне не нравится, что под это всех относится. Как какой-то шлачок идет. Да, что-то как-то это странно. Вот один кайманчик был. Так, ну это, кайман у нас из чего? Из зимнего или из Хансмана? Ну, с этого, нет, он, по-моему, Хансман. Да. Подкрывать это Хансман кейс. Потому что у нас пустынно и... Надеемся сегодня на Dragon Lore. Не, ну Dragon Lore, ты чё? Да, авось прокатит. Так, ну чё, будем по твоей схеме или ничего страшного, или можно уже попробовать так? Ну, как так, хочешь. В общем, я хочу открыть одно красное. Тут у нас, конечно же, выпадет, скорее всего, этот, как его, Кракен. Но, в принципе, я был бы доволен чему. Карп, он стоит дорого, но он стрёмный, мне не нравится. Галил ничего не стоит. В общем, я хочу все, кроме щелкунчика, потому что он ничего не стоит. Хамелеон, пустынная атака. Не, пустынная атака, вот она хоть там чего-то там. Если промзавода, хоть рублей 300, хоть что-то отыгрывает. Дура, 150 рублей. Все, ладно, открываем. Попадает из тайного. Пожалуйста, очень хорош. Чем сатрек стоит? Это у нас... Ооо, я же сказал. Целых 65 рублей. Уже что-то добавил. Вот, да, уже пошло. Ладно. Я вот не хотел открывать, на самом деле, эти тайны, мне заставили. Ну что, давай это 5 хансманов и 5... Можно, можно, в принципе. И можно 5 брейкаутов. Где у нас Сайер из брейкаутов? Вот, в брейкаутах, да. Там открываем 5 их и 5 этих. Ну все, я вангую, сейчас Dragon Lore будет, я вангую. Не-не-не, водяной сейчас будет. Вообще сейчас ничего не будет. Ну ладно. Блин, ну хотя бы 5 7, да. Ну она красивая сверхновая. Ну, это... кстати, приколись, мне вчера кто-то вообще отослал Глок водяной и птичьи игры. А, кстати, эти птичьи игры, они, по-моему, Брэй 300 да, стоят. Кто? Негев? Нет, птичьи игры, они Брэй 300 стоят. 150, ну, 100... Да ладно, подешевели. 127 после полей, по-моему. Так, да, ну, что-то не нравится, нифига, давай что-нибудь другое. Что-то не задалось как-то. Хрома 2 нету, кстати, забавно. Да. О, давай вот eSports 2013 прикольный. Эти кошечки прикольные. 900 рублей кошечки, 1000 бах. Бах, маленький, в принципе. Ну, смотря какой в качестве. Да. Ох, сейчас... Ой, 3 Dragon Lore. Давай просто бах, просто кидав. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно. 111 рублей смертью. А себе, слушай, неплохо. Окупает. Окупает, ладно. Так, что еще пооткрывать можно? Не знаю. Так, а что у нас выпадает? Здесь может выпасть... Тот же самый шедевр. Ну, Лилека нормально стоит, так эти говорят. Че, попробуем разочек открыть? Авось прокатит. Ну слушай, тут может выпасть. Тут много дорогого. Тут много дорогого и много дешевого. Тут как бы покойник рублей 100, Франклин 160, Франклин 69, то есть, в принципе. Да, да. В принципе, много чего покупающего. Нет, нафиг, лучше 3 кейс открыть. И то, мне кажется, лучше будет. Так. О, смотри! Все, их не стало. Я последний открыл. Лол. Ладно, давай брейкаут откроем. Сайрекс, приди. Сайрекс, давай. Потом Феникс откроем опять. Лол, тут кому-то красный выпадает массово. Да. Как не задалось. Норм Сайрекс, да? Там сразу вижу. Ну вообще, прям завод Star Trek. Фальшинга. Лол. Лол. А что у вас в этом выпадает, в летнем? Нет, у нас и Сигуар выпадает. Нормально, нормально. Попробуем его там. У меня друг вообще вчера с 1000 рублей поднял 7 на клейках. Так вообще пока не прет мне сегодня. Стой. Ну, хоть что-то. Блин, ну как-то что-то как-то сегодня вообще не пруха. 400 рублей. Ну блин, хоть все, я в общем буду целенаправленно открывать брекауты, чтобы выбыл Сайрекс. Все, надо. Целеустремленный человек. Я хочу Сайрекс. Мне нравится Сайрекс, он красивый. Ну, статрек Сайрекс прилетел. О, еще один! Да ё-моё! Оп, а там Азимус Статрек. Нет, подожди, там... Какой Азимус? Нет. Там был Сайрекс Статрек, по-моему. Ну ладно. Или Азимус. Драгонлор Статрек, хотя такой его не существует даже. Я бы охренел просто. Лучше Осирис.
Так, не, я понял, Ну, что у меня еще три да пункта было. лучше бы на ставке оставил. Да, ну я тебе вообще без нафиг не нужен, даже на ставке, он что там, полбача. Нафиг надо. Да, что-то не Хотя бы задалось. водяной бы хоть. Я просто троллят. Так, слушай, у меня осталось два кейса. Че вообще выпало сегодня? Давай посмотрим. Так. Пустынная атака, 60 рублей. Нормально, У нормально. нас сегодня вообще не окупило. Сверхновая, сер... Ну как, смертенок Фомас, ничего такой. Глок, 100 рублей. ржавая сталь более-менее. Ладно. У меня еще есть два кейса. Что-то розовое не заходит. А что у нас Хансман еще раз? Вулкан. Да пофиг, Вулкан. попробуем. Четко вулкан. Рискуем. Сколько всего пролетает просто? Блин, ну если выпадет вулкан, я не знаю, я пойду просто все. Ой, статрек. Ну ладно. Это фигня, да. Ну, он Обгорание там. моего пукана выпало. О, да. Такое же Хорошо. поношенное. Ну что ж, давай, последний кейс. И просто нож такой фига, ага, все. Да, вот тебе и нож. На, если Прикладом нож. будешь. Слушай, может что залезть? Не знаю, блин. Не, что вообще какое-то говно. Ну-ка, посмотрим. Смотри, вообще просто Потому что помощник. нужно открывать не кейсики, а сразу вот эти вот сундучки. Да это говно это Да а все. ты чё, если тебе шедевр выпадет, это знаешь, какое счастье будет. Да, он как будто выпадет. Ни разу не видел, чтобы он выпадал. А вдруг? Знаете что, давайте-ка я еще на 10 Давай. рублей могу. Мне еще 10 рублей можно закинуть, потому что мне надо 2000 оставить. У меня еще там 200 рублей возможность пополнить есть. Быстренько пополним сейчас. Почему бы и нет? Полю свой кошелек, мне пофиг. Можете кидать деньги на него. Хотя, может, я замажу, если не будет лень. Но мне будет лень, поэтому я не буду замазывать. Так, получить код бесплатно. Я тогда пооткрываю эти брекауты, чтобы Сайрекс поймать. Потому что Азимов мне вообще никогда не нравился. А тебе как это Азимов нравится? АВП? Да. Не знаю, прикольный скин. 8 рублей так. О, сейчас Опять долго. опять ждать Ладно, я буду. тогда пока запись приостановлю, когда придут деньги, Давай. тогда продолжим. Итак, все, пришли мои 200 рублей, давайте что. Кстати, о, оружейные кейсы 2 появились. У них вот кровь вроде клевая. 1000 рублей. Какой ты еще полторашки? Ну Но как? остальное, конечно, говнище лепится. Нет, в задницу. Хотя, впрочем, что тут может? Тигр. Могу. Гипнотически, может, рублей 180 стоит. Да, ну ладно, откроем, почему нет. И потом один Сайрус. Все-таки надеешься еще? Не, я хочу тигр, хотя бы кровавый, чтобы выпал. Хотя бы. Понятно. Ну, Ну, уйлинг, рубль. вот тебе и тигр. Нормально. Ладно, еще один открою, фиг с ним уже. А, нету. Ага, Смотрю, нет найс. вещей. Вау, нормально, четко. Да Так, можно все, скинуть ладно. много. Давай, брейкаут. Феникс у него вообще одно говно. Тут хотя бы что, хотя бы та же пучина. 6 рублей. Ладно, просто. Он кому-то кровь в воде выпал. А, она выпала из А, кармана. ну, карткоин. Ну хоть. В общем, полное говнище, короче, да. Чё, у вас в итоге, видите, полное говно. Я ушел в минус очень сильно, что-то сегодня. Обидно. Я ожидал хотя бы одну красненькую. Ну хотя что, у меня есть одна красненькая, да. Красненькая у меня есть. Ладно, все, в жопу этот сайт пока что. На этом как бы у меня все. Ну еще будет открытие на этом сайте, скорее всего. На следующем месяце может быть. Что за говно? Почему кому-то выпадает с красного хамелеона? Видно сейчас. Вот, вот смотри, пацан открыл. Кайман и Галью. Вот это я понимаю. Нормально, я так первый раз Или сказал. вот, посмотри просто. Просто. Я смотрю. Одного синего вообще. Или вот, что тут. Ну, у меня, по-моему, самое дорогое, Или вот, что. смотри. У меня самое дорогое, что упадало на этом сайте, это статрек М-Кориен за полторы. Лол, она тоже говно. Ну, выглядит как говно. Ну, 1500. Вроде тут нет вообще синего. Вот, смотри, например. Просто Да. ок. Ясно. Ну, ты в топ везунчиков зайди, посмотри, что Я в там. курсе, да. Мне кажется, это все подкрутка. А Да может и нет. нет. Парням просто повезло. Кстати, вот сейчас в последнее время стало их больше, ну, больше ножей выпадать. Раньше там было очень мало. Но что-то как-то мне. Не, в начале, когда вот только сайт открывался, помню, там вообще прям просто дроп, я не знаю. Самый дорогой просто лился. А сейчас уж 500 тысяч кейсов открыли, сейчас уже поменьше, то есть. Ну, понятно, да. Уже
говнище льется. Ладно, ребята, на этом буду заканчивать. Я, конечно, в полной заднице, но ничего не поделаешь. Такова жизнь. Всем пока. Юг. Пока.